Ускорение темпов развития экономики и появление все новых финансовых инструментов иногда приводит людей в замешательство. Гражданам становится все сложнее ориентироваться в новых условиях. Поэтому по всему миру сейчас реализуется программа повышения финансовой грамотности. Татарстан стал одним из 10 пилотных регионов этого проекта в России, а базовой организацией – Казанский федеральный университет. Это совместная работа Института непрерывного образования с Институтом управления экономики и финансов КФУ. На базе Казанского федерального университета создано 4 центра. Это вот уникальный случай. Обычно в других регионах этим занимаются различные организации. В нашей республике вот было принято решение все сконцентрировать на базе Казанского университета. В рамках программы были созданы региональные методические центры по работе со взрослым населением, школьниками и учителями, а также центр по работе со студентами и преподавателями вузов. Кроме того, в рамках поддержки инициатив студентов на базе университета также создан центр студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности. Программа была официально принята на прошлой неделе. В ее рамках сейчас создается Центр финансовой грамотности Республики Татарстан. Диана Вакян, Универньюз.